концерт. На полной скорости, конечно, уже больше. А потом помнишь, что мы сделали? Торопишься, куда же, вообще ничего, все мимо. Так, ладно. Не торопись. Да. Вот, хорошо. Да. Еще раз, когда не получилось. Хорошо. Вот сейчас был нормальный день. Четко все, да. Да. Берем, растянул на самом деле. Ударный. Падаю в лёд, я случайно падаю в воду, а там да, под водой размер, ну, размер не ругаться. Попробуем, да. Ничего и она сделала. Мне была где-то вот на щуке. Ругаться не хочется. А сейчас она мне... Бог не подвох, не подвох. Ну, короче, я туда провалился, а тут... Ну, давай, все, сюда, все, зайдем. Прыгнула, досталась. А вот там у меня вот здесь место очень нехорошее. То есть я, мне надо или глубже сюда. Это бабуля сюда. Давай глубже, нет, тогда туда, наверное. А, да. Ты вот здесь, на шеечке камень, да? Я сейчас дистанцию проверяю, все это да, нормально. Ну, да. Вера, а почему тут пропала заявление от собачки? Да. Ты мне звонишь. Ты мне что-то нажал. Да. Аккуратно. Пропала. До кончика дошел. Да, я не знаю. Ага. Да. Да. Вот здесь. Нет. Нет. Сделай. Нет. Нет. Нормально. Нет. Накрыть и растянуть. Ну так хорошо. Да, когда первый снял. Да, раз. Вот, еще дальше сюда ага, тяни. Хорошо, да, дальше. Да. Вот здесь. Да. Ага. Угу. И. Да. Да. Вот. А. Дальше. Поехали. Да, сюда. Да. Раз. Да, два. Ой. Кого? Да. Вот этот удар с ним не понимает, что делать. Ага. Ох, о, он лишний. Нет, последний. Ты должен, так сказать, снять и, так сказать, раскрыться. Хорошо. Ладно. Делаю. Да, молодец. Да. Вот, и ушел. Да. Да. Понимаете? Да, есть. Вниз, нет. Я не могу его понять, ты пробиваешь его вниз. Смотри, что получается. Несколько раз это было. Так нет, это первый, второй, это уже второй. А по ритму что получается? Первый прошел. Да. Первый прошел. Да. Сюда, да. И вот пошел, вот пошел растягивать. Да. Так вот, если ты, а ты здесь вот остался. Пропадает. А сюда сразу ушла. Идет пузо. Нет, это по идее должен быть второй. Значит, не прошла, так сказать, действие на растягивание. Да. Да. Да, раз. Верно. Да. Угу. И снял. Нет, тут нужно было уйти. Нет, не ухожу, я тебе объяснял. Там тогда смена моя должна быть по позиции. Я должен выйти. Разберись, ладно. Ну, мы не можем, так сказать, да, в статике почти находиться все время. Вот. Мне, короче, категорически сейчас не хочется. Ну, хорошо, попробуй, не уходи, не уходи, ладно, хорошо. Прыгай два раза, короче. Давай, давай. Еще. Да, по позиции. Да. Да, раз. Ну, вот он, видишь? Протянул, потому что уже ты уже все сделал справа. Уже здесь все сделал справа. Не сделал пока. Ну как никак? Я же это не просто, я же здесь чувствую здесь. И ты меня сюда уже натянул. Как да. Я? Ну, я вверх не пробиваю здесь. А что мне тогда делать? Это вот ситуация у нас раз за разом получалась. Так просто. Ты тянешь меня сразу, еще нет, еще должна быть накрыта рука здесь. Вот, и все, и ты, так сказать, да, и вот здесь вот уже пошел растягивание. Ладно, не слежу. А ты начинаешь отсюда сразу мне тянешь, а вторая у тебя осталась. Я, естественно, вверх не захожу. Она же вверху у тебя. Хорошо, мне зачем вверх хорошо. Идти? Хорошо, ладно. Ты уже свободен, все, ты только одной рукой работаешь, сразу, раз и ты сразу собрал. Ну, у нас, короче, вот эта история срабатывала. Давай. Стенька, значит, это потому, что надо это, здесь надо все-таки да. Обманку работать, мне, так сказать, первую, прям совсем. Ну, да. Вот она, да. Да, вот. Вот она, да. Вот, естественно. А там, потому что ты сюда начинаешь тянуть меня. Вот. Я не хочу, так сказать, мне уже зачем. Ты, да. Ты прикрыт сверху, я вижу здесь свободно. Да, давай. Хорошо. Да.
Да. Вот, все верно. Ага. Да. 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 Хорошо, еще. Да. Да. Сверху. Отлично. Да. Да. Все. Скажите, пожалуйста, а как вас?